Друзья, всем добрый день, всем добрый час, дорогие друзья. Так что всем и günler, günaydın, и akşamlar, друзья, кто нас смотрит из разной страны. С вами страна Турция, с вами уникальный город, город Аланья, дорогие друзья. И, конечно, компания Арбатом приветствует вас, дорогие друзья. Хочу сейчас с вами поделиться одна красивая вилла, друзья. 3+1, 200 квадратный метр, район Каргыджак, дорогие друзья. Потрясающий вид. Вид на Средиземное море, вид на гору, друзья. Действительно, красота. Свежий воздух, экология очень чистая, натуральная. Овощи, фрукты даже здесь в саде растут, дорогие друзья. Вот, который вот эта вилла сейчас с вами будет. Два этажа с мебелью, с бытовой техникой продаются. Вот это еще бассейн есть, детский бассейн тоже есть. И даже в саде есть уже лимон, апельсин, банана. Банана тоже есть. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, посмотрите. Вот в таком виде она продают. Можно сорвать 1-2 штук. Так что, друзья, это лимон. Лимон. По-турецки тоже лимон. По-русски тоже лимон. Если вы собираетесь приехать и жить в Алании, друзья, немножко надо по-турецки знать. Это для вас, друзья. Вообще, как-то другой язык знаете. Один язык, один человек. Так говорят, правильно. Поэтому немножко надо по-турецки знать, чтобы для вас более легче было. Обычно люди сюда приезжают, сразу изучают только им, что выгодно, да? Скидка, индирим. Скидка, индирим. Еще что знает? Вы знаете? Бардак, ста. Пара, деньги. Индирим. Индирим знает. Как-то базар ходит, а индирим есть? Индирим будет? Спрашивает. Так что и бардак. Остановка. Остановка что такое? Дурак. Вот. Это тоже важно. Я раньше как-то начал русский язык изучать, много что-то перепутал. Так, друзья, это выход, вилла. Вот это выход. Можно еще назад немножко? Выход. Отсюда выходим. Там машина паркуемся. Идем теперь посмотреть вилла. Огромный вот такой большой террас. Огромный большой террас, друзья. И отсюда уже вид на море, вид на крепость Аланья. Вот 13 век, который построен. Крепость Аланья и бассейн, сад, открытый вид. Как видит она, так будет. Впереди какой-то стройка не будет, друзья. Давайте заходим. Вот в таком виде она продается. 200 квадратный метр, 2 этажа, 3+1. Как видит она, так продается, друзья. Отличная вилла, в самом деле. Мне очень понравилась. Вид потрясающий. Вот для чего мы здесь живем, из-за виды, друзья. Поэтому в Алании цена формулируется из-за виды. Вообще площадь не считайте, как-то сюда приедете, площадь не первая очередь. Первая очередь место расположения и вид, друзья. Ценовая политика, место расположения и вид. И кухни. Кухни практически отдельно. Вот кухня такой, друзья. Она небольшая, но хватает. Отсюда вид, тоже гору, лес, красота. Очень красивая. Бытовая техника тоже выходит в стоимость, друзья. Холодильник, чамашир макинесы, булашек макинесы, духовка. Все выходит в стоимость. Зал вот такой квадратный, вот такой угловый зал. Красивый. Действительно, вот отсюда тоже выход есть в балконе. Достаточно большой и вилла, друзья. Действительно, мне понравилось. Это отдельная вилла, это не таунхаус, друзья. Так что, если вам интересно, для более подробной информации можете ко мне обращаться, друзья. Под видео есть мои контакты. Я вас очень люблю, уважаю, друзья. Поэтому для любой вопроса по поводу турецкой недвижимости ко мне можете обращаться. Теперь мы с вами поднимаемся на втором этаже. Конечно, здесь тоже вид еще лучше через террас. Здесь еще два спальные комнаты, друзья. Вот в таком виде. Конечно, мебель
Не обязательно вам, может быть, не понравится мебель, немножко она старая версия, мебель не главный, можете менять, если вы захотите. Это детская комната, здесь общий санузел, друзья, вот общий санузел, покажи, пожалуйста, ванная комната. Еще здесь родительская комната. Шкаф большой, достаточно. И здесь еще один санузел. Ben sadece geçiyordum buralarda. Elveda aşkım, elveda sana. Ben sadece geçiyordum buralardan. Elveda aşkım, elveda sana. Ben sadece geçiyordum senin hayatından. Друзья, вообще турецкие песни очень красивые, слушайте. Итак, друзья, теперь мы с вами где? Террас. Вы здесь можете лежать, загорать, вы можете здесь шашлык жарить. Вот место есть, место барбекю, шашлык можете жарить. И можете посмотреть на Средиземное море, друзья. Красота, очень красивый бассейн. Здесь как-то дети в бассейне купаются, можете отсюда наблюдать. Очень красивый, в самом деле, друзья. 200 квадратный метр. 2 плюс 1, но почти это 3 плюс 1. Просто кухня отдельно практически, друзья. Очень хорошо. Вилла. Мне очень понравилось. Так что, друзья, всем удачи. Берегите себя. Если что, я всегда с вами на связи. Под видео есть мой контакт. Что смеешься? Все нормально у тебя? Давайте, друзья, удачи, пока-пока.